Твой кофе, дорогая? Что случилось? А у тебя все в порядке, дорогой? А у меня все хорошо. Чего я вам желаю. Дети, завтракать! Сейчас! Так, чего ты еще хочешь? Хочу. Чего? Могу бутерброд сделать, яичница есть. Это все? Это все, что ты можешь мне предложить? Если хочешь отношения выяснить, то не получится. Не, ну можешь удалить, конечно, но если полегче. Прям полегчало, знаешь. Ма. Дети, мы уезжаем. А школа? Смотря куда. На деревню к дедушке. Нет, нет, это без меня. Я не ставила этот вопрос на голосование. Прошу меня извинить, но нет. Там же нет Wi-Fi. Блин, что случилось? Случилось! Мама заболела. Вы ее 2 года не видели, а они звонили. Все, живо, все. Давай хотя бы подвезу. Попробуй. Боже, какая красота! Кость, Ев, смотрите, как красиво! Очень. А давайте сыграем в города, а? Или в слова, а? Ну, что? Ты чего? Мама, ты нет, чего? Нет, нет! Может, теперь поиграем? Ненавижу! Папа бы так никогда не сделал! Ну, блин, он убьет тебя! Капец! Идем. Может, она и вправду того, а? Нет, стоит, чтобы слушались. С чего это? Кризис, наверное, у женщин бывает. Ой, тебе-то откуда знать? Психологически я старше тебя на 3 года, а не младше. О! Женщины созревают раньше. Да? А я тебя еще как наверну физически? Ой, прими. Шевелитесь, а то замерзнете. Ну, точно замерзнем. Бежим! Вон в той речке мы купались, когда были маленькие. А вон, видишь, поле? Ага. Мы туда ходили арбузы воровать. Я так и знал, что у тебя темное прошлое. И за что папа на тебе женился? Из жалости. Доброта его погубит. Да. Офигеть. Больная она. Как же? Эх, так и знал, что все это вранье. А у меня там ферма погибает, поросята некормленные и куры. А че это я не Донь? Отругала за что? Ничего. Пусть сидят, осмысляют. Не трогай их. Че там, капусту наквасили? Угу. Слава богу. Возьмешь? Не. Надо. Ничего вам не надо. И как вы там живете? Да плохо живем, как все живем. А ну, гаврики, кто деду яйца поможет собрать, а? Ты чего удумал? Не трожь их. Устали они. Ну, че? Ну, че притихли-то, а? Ну, веселее, не на кадр уже идем. Давай, давай, давай. Давай, идем, мои хорошие. Пошли. Вот, пошли.
Ругались, что ли? Было бы то, с кем ругаться. Тоже мне принц датский, ругаться с ним еще. Сережка, что? Да. Большой начальник. Пьет. Бьет. Ну и что тогда? Как не видно ли? Бывает. У всех бывает. А почитай, что у всех. И ничего. Живем. Мам, мы побудем у тебя? С работы как же? Отгул взяла. Нехорошо. Неправильно это. Мам, я его видеть не могу, ты понимаешь? Замолчи. И не выдумывай ничего. Чего только в жизни не бывает. Не пустишь, значит? Не пущу. А я родной дочери зла не желаю. Нету у меня для тебя места. Нету! Поднимайся, поднимайся. Давай, не бойся. Вот так. Вот молочек. Я открываю. И бери. Яичко. Они укусят? Нет, не бойся. Вот, возьми. И видишь в уголке там. Вот, клади сюда. Прям как на моей ферме в планшете. Ага, точно. О! Константин, возьми там в углу, посмотри. Вот сюда клади. Вот, молодец. Клади сюда. Иди сюда, моя хорошая. Опа, так. Замерзла, дочка? Нет, папа, иди в дом, я скоро. А чего ж дрожишь-то? Думаешь, незаметно? Ты, знаешь, ты, мать, не слушай. О, все, да? Сдала меня с потрохами. Да что ты кипятишься? Ничего она не сказала. Ну, я что, не слепой? Никогда бы не подумала. Язвишь? Ну-ну. Да сколько раз я видела, как мама плачет. А я не плакал вот, потому что слез у меня нету. А то бы заплакал бы так. Ты не слушаешь, что мать говорит. Мы всех примем. И тебя, и внуков тоже. Лишь бы от этого польза была. Ну, пойду я. Не буду тебе мешать. Наконец-то. Вам помочь? Обходимся. Пока. Ты лучше мать свою поищи. А чего с ней? А, с утра нету. Ясно. Слышь, а что там дома с отцом? Нормально все. Не дрались? Не, вы чё? Костя, Костя, смотри, что мне дедушка дал. А где мама, знаешь? Не знаю. Отдавай его, идем маму искать. Дедушка, возьми Степашу.
Папка как с цепи сорвалась. А дед классный, бедный. Да. Ты заметила? Они же не разговаривают. Да. Ой. И зачем мы сюда приехали? Тоска. Ма! Мама! Вон она! Давай вперед. Вот так! Мам! Что с тобой? Ты чего, мам? Вставай. Мам. Вставай. Ну что ты как маленькая? Мы больше не будем. Да, Костя? Чего не будем? Ничего не будем. Мам, ну, больше ничего не будем, я обещаю. Не плачь, не плачь. Все хорошо будет. Простите меня. Я просто думала, что я одна. Она строя. Я когда маленькая была, приходила сюда все время, смотрела и мечтала, что я вырасту. Уеду отсюда. И стану свободной. Ну, ты же стала, выросла, уехала, мам. Ну, стала ведь, да? Стала. Только я почему-то об этом забыла. А что бы ты сделал, если вдруг она тебе, ну, сначала дала понять, что не против, а потом исчезла? Старичок, да ты влюбился? Ну, дай-ка. Я серьезно. Слушай, я серьезно тебе завидую. Очень хочется с ней познакомиться. Обойдешься. Да ты ревнуешь? Поразил. Спасибо. Слушай, ну, обычная форменная стерва. Как ушла, так и вернется, играет она. Как вернется, исполнишь свой долг. И дальше все, будет как шелковая. А если не вернется? Ну, что ты якоришься? Что, она уникальная какая-то? А если да? У-у-у, как все запущено. Они же все одинаковые. Да все. А может, просто это тебе не повезло, а? Ты чего, старичок? Ты сейчас сделала меня самым счастливым мужчиной. Я буду свободен на этой неделе. Подойдет любое время. Назови свой любимый ресторан. Где ты? Я снова напугал тебя. Мы слишком спешим? В конце концов, разве мы дети? Что за игры в прятки? Если вы не желаете, я не настаиваю. Мы можем не встречаться. У тебя кто-то есть? Ну, смотри, как это делается. Правильно, да? Так, мама готова. Ой, а можно я? Выбирайте. Что-то случилось? Напиши мне, прошу. Если тебе нужна помощь, заводи давай. Дед! Папа! Папа, молодец, чай какая. Принесла. Спасибо. Пап, слышь, я не разрешаю. Нормально все, не волнуйся. Взрослый парень, елки-палки, должен сам все делать. Что значит не волнуйся? Ну... Нейтралка, как я тебе говорил, да? Кость, сцепление. Вылезай из машины. Ну, Костя. Так, скорость ставь и поехали. Ага. Так. Вот, и сейчас да. Аккуратненько. Направо. Круто. Ой. Привет! Видал? Я за рулем. Они, оказывается, живы-здоровы. Мы
Может, теперь ты объяснишь мне, что происходит? А может быть, ты сам? Но это ведь не я. Не беру трубки. Не я пропадаю на целую неделю. Сереж, может быть, хватит? Или тебе есть что мне сказать? А что мне говорить? Я работал как проклятый. Не то. Хорошо, если хочешь, можем взять отпуск. Куда-нибудь уедем. Если хочешь, уедем все вместе. Не то, Сереж. Я не понимаю, чего ты от меня хочешь. Да ничего, наверное. Видел тебя, но прости. Что? Нет, ничего. Ты чего? А на что это похоже? На крик отчаяния. Соскучился. Уважаемые покупатели, акция утешительной любви закончена будет через 5 минут. У тебя есть ровно 5 минут. Успеешь? Черт. Здравствуй, мой милый одиночка. Однако я удивлена. Разве ты муж мне? Или я в чем-то тебя обманула? Давай договоримся на будущее. Ты не задаешь мне глупых вопросов, не заставляешь оправдываться, а я не требую отчетов от тебя. Тогда все это будет иметь какой-то смысл. Мы встретимся в субботу. Время и место я сообщу позже. Хорошо. Я сделаю все, как ты хочешь. Смиренно жду ваших ног. Натали! Ну? У меня к тебе вопрос. Да. А что бы ты сделала, если бы твой муж... предполагаемый. Ага. Тебе бы изменил. Олька. Да не-не-не-не. Расслабься. Спокойствие, только спокойствие. У меня соседка в трансе. Фу ты. Ну, я не знаю, я плохой советчик. Ну, из дома бы выгнала. Хорошая семья. И муж хороший был. Скандал. Посуду побить там. Посуда дорогая. И скандал только спугнет его. Ну, тогда только месть. Такая изощренная, тихая. Ну, как в индийском, помнишь, когда он бросил ее крокодилом? А она потом сделала пластическую операцию и стала красавицей. Ну да. Что-то об этом я не подумала. Оля! Приехали. Слушай, но ведь если он решил изменить, он же все равно изменит, правда? Вот это правильный вопрос. Дорогие телезрители, до новой встречи. Вчерашний эфир сдаем в архив. Кто-нибудь, принесите мне кофе. Славочка, ты такой милый. Ой. Борь, ты просто страшный человек. Ленечка, а что у нас там по времени? Ну,
3 минуты вам хватит? Господи. А что, это раздражает? Ну-ну. А что ну-ну? Ничего, просто если тебя это раздражает, значит, в тебе живет такая же Варенька. Плашку. Сплошные психологи. Посмотрите, павлин распустил хвост и привлекает самку и его великолепием. Ученые установили, самка выбирает не того, у кого хвост красивее, а того, у кого больше. Но вначале обязательные брачные игры. Она делает вид, что не замечает его, но самца на мякине не проведешь. Он поворачивается к ней спиной, демонстрирует свой хвост, делая вид, что игнорирует ее. Это, конечно же, цепляет барышню. Она обходит самца, подходит к нему, он снова поворачивается, показывает свой хвост и опять уходит. Так может происходить до бесконечности, пока самка сама не попросит о близости. И с этого момента павлин обзаводится гаремом, в который может входить до 5 влюбленных самочек. Фу. Что у вас случилось-то, а? Не пугайся. Это я репетирую у Кассандры. Что предсказать тебе, о смертная? Мне помощь ваша нужна. У меня будет свидание. Отлично. Не просто свидание, необычное. Мне нужно, чтобы человек меня вообще не узнал. Чтоб он даже подумать не мог, что это я. Гениально. Значит, вместо мелодрамы комедия положений. Мне это нравится. Значит, вулкан проснулся. Скоро над вами будут такие Помпеи. И чтобы избежать извержения, нам нужно что? Что? Освободить в себе зверя. Ну, теперь ты. Давай. Вот. Теперь голос. Голос должен быть грудным, да? Глубоким. Ну, давай. Так пойдет. Да нет, ну нормальный человеческий голос, только добавь хрипотцы, придыхание и осанка. Осанка должна быть королевской. Плечики опустили и все тут втянули, а? Изгиб шеи. Чего? Шеи. А? Гордые. Ну, и пошла. Дорогой. Ого. А куда это ты собираешься? Сегодня же суббота. А я разве тебе не говорил? У нас плановый банкет с акционерами. Так дети же хотели поиграть с тобой. Да, но я завтра буду свободен. Съездим куда-нибудь. А где все это будет? Там новый ресторан на набережной. Ты не знаешь. И все прям без жен будут, да? Ты же сама не любишь эти мероприятия. Не, ну если ты хочешь, конечно, поехали. Да нет, ну что ты. Будь аккуратней. Угу. Много не пей. Ага.
Здравствуйте. У меня должен заказан столик быть. На чье имя? Эмма. Вас проводят. Я не понял, во что, электрик заболел? А, извините, но вы уже на территории. Давайте я вас провожу. Я не понял. А, сейчас я вам помогу. Осторожней. А что, свет нельзя включить? Простите, у нас нет света. Это ресторан в темноте. Какого черта? Я что, так ничего не увижу? Такова наша концепция, но вы сможете все почувствовать. В темноте ваши рецепторы обострятся. Эмма? Нет, это все еще я. Вы готовы выбрать? Шабли и устрицы. Это все? Они у вас хорошие? Конечно. Откуда? Финдеклер. Хорошо. А что будешь ты? Ты пришла. Я буду то же самое. Это все? Все, побыстрее, пожалуйста. Разрешите ваш телефон, зажигалку? Конечно, ты знала. Ты расстроен? Нет, я просто не был готов к свиданию вслепую. Это твоя рука. Что ты делаешь? Хочу узнать тебя поближе. Разреши. Боже, как ты пахнешь. Ваше вино и устрицы. Приятного аппетита. Фантастика. Как будто мы на берегу океана. Расскажи мне о себе. Что? Все, что ты хочешь, чтобы я знала. Что я могу рассказать? Дом, работа, тоска. А семья? Семья – это совсем скучно. Лучше расскажи о себе ты. Кто ты? Лучшее, что случилось с тобой в этой жизни. Я знаю. Осторожно. А, это опять ты? А где? Ваша дама попросила пальто и счет.
О, Господи. Банкет, значит? Да. Достали эти чинуши. Что это за запах? Не знаю. А ты что, ревнуешь? Смешно, ей-богу. Сережа. Что? Что же с нами произошло? Эмма, ты самая странная женщина, которую я знаю. И самая желанная, я даже не могу на тебя злиться. Просто скажи мне, где и когда я снова увижу тебя. Я внизу переночую, мне еще поработать нужно. Всю жизнь жил в темноте. И только в этом ресторане с тобой впервые увидел свет. Я очень прошу, дайте, пожалуйста, человеку поспать, если можно. Мам? Что? Иди спать. Ничего не помогает. И спорт не помогает. Ничего. Боже мой, ну за что мне все это? Вот скажи, почему я такая несчастная? Большая человеческая просьба. И дело не в том, что я замужем. Просто я не могу больше видеть, как она мучается. Да хотя бы на глаза, что ли, ей не показывайся. Кому? Ай-яй-яй, как не стыдно. Вы же всегда видите, когда на вас западают. А ты улыбаешься. Замужней женщине, которая старше тебя. Да кто она? Подумай. Подводки. Подводок нет, мы же договаривались. Ну, нужно же предупреждать, да. Ничего, ничего, ничего. Ну, все. Успеем. Кстати, Олег, ваш сюжет я тоже сняла с эфира, так что подводки к нему можно не писать. Как? Норова, ты совсем двинулась? Ну, Сан Саныч. За несоблюдение журналистских стандартов. Женщина, вы в своем уме? На слухи.
наших лесах мусух – одно из самых загадочных явлений. Откуда они здесь взялись? Вот вопрос, на который я и моя группа пытаемся найти ответ. И у меня есть ответ на этот вопрос. По одной из версий. Нормальные стендапы. Мусухи. Там просто холодно, там ветер. А ночная охота на уток? Вы просто выпали из лодки. Короче, с той стороны леса. А у нас, оказывается, появилась большая зеленая жаба. Тихо. Идите работать. Или выпуск сегодня отменили? А сюжет? Сюжет в эфир не пойдет. Спасибо. Дикобразик, мы сейчас все решим. Что с тобой произошло, Норова? А что мне было делать? Да я не в этом смысле. Я думал, ты уж не обижайся, что ты из беспозвоночных. Эволюция, Сан Саныч, творит чудеса. Может, у меня флюиды какие-то не те. Ну, знаешь, как у скунса. Нет, я не запах имею в виду. Какие-то феромоны, бракованные флюиды, которые отпугивают. Нет, ну правда, они просто меня не замечают вообще. Я тебе надоела, да? Тебе две? Две. Вот тебе тоже надоело. Слушай, хватит ныть уже. Ну, вокруг посмотри. Оглянись. Ну что? Ну, люди ходят. Ничего не замечаешь? Айтишник твой сидит на старащице. Айтишника зовут Витя. Угу. Таращится он не на нас. А на кого? На тебе. Обязательно дозвонись до него, а меня ни с кем не соединяй. Хорошо. Даже с самим? Да, даже с самим. Поняла. Что ты делаешь со мной, Эмма? Зачем эти игры? Ты же хочешь этого так же, как и я. Нам так хорошо было вместе, что я с трудом заставляю себя каждый вечер идти домой. Не молчи. Только одно слово, и я у твоих ног. Пойми меня, Серж. Я боюсь разрушить что-то очень важное, что есть между нами. Что было тогда в ресторане. Это очень хрупко. Будет жаль. Возможно, нам не стоит больше встречаться. Проголодался? Да. Бутерброд сделать? Да. Выпить хочешь? Давай. На работе что-то? Да нет. Так, тоска. Да. Сереж, ничего не замечаешь? Прическу поменял. Ну же,
Серж. Ты чего? Я соскучилась. Кран на кухне подтекает. Вызови мастера. Или ты хочешь, чтоб я? Не, я сама вызову. Ну, тогда спокойной ночи. Угу. Спокойной. Викторовна, я. Ольга Викторовна, не соизволите ли вы посмотреть перемонтированный материал с целью его попадания в эфир с вашего отражайшего одобрения? А к чего же? Премного благодарен. Да не стоит. Ольга Викторовна! А хотите? Я прям так поставлю в эфир. Меня только штрафуют. Зато вы прославитесь. Вы же были потрясающий профи. Я из-за вас пошла в эту профессию. Для меня было честью работать с вами в Ньюсрум. Извините. Слушай, ну ты здорово продвинулась за этот месяц. Да? Да, совсем другая женщина. Сама себя боюсь, слушай. Да ладно. Так, ты заслужила хороший массаж. Присаживайся. И что, только массаж, что ли? Не только. Кстати, люблю ваш канал. Серьезно, там показывают такие интересные передачи. Угу. Вот вчера смотрел про этого кита-одиночку. Ну... Прям поразился. Плавает в океане один и не знает, что вокруг есть много других таких же, как он. Но я подумал, что этот кит — это я. Ты чего? Мне показалось, ты хочешь. Я никогда такого, правда, не делал. И зачем тебе это надо? Ты не похожа на других. А мне это зачем? А? Ты что же хочешь? Или нет? Ну да, хочу. Но хочу совсем другого человека. Серж, столь длительная разлука с тобой угнетает меня. А я не привыкла испытывать тоску и грусть. Мне нравится потакать своим желаниям. И сегодня я желаю встретиться с тобой. Думаю, что и ты не против в этот холодный зимний вечер. Эмма.
быть, это еще прекраснее, чем я представлял себе. Неужели? Я тут недалеко заказал столик. Я не голодна. Ну что же мы будем делать? Ты сейчас пойдешь и снимешь номер в этой гостинице. Ты уверена? А ты нет. Можно еще передумать. Включай. Серж, за ваше плохое поведение вы приговариваетесь к тюремному заключению. Одну ночь. Вам есть что сказать в свое оправдание? Нет. Целиком и полностью ваша честь. Ох, как виновен. Восхитительная, волшебная, потрясающая женщина. Где-то была всю мою жизнь. А ты? Где был ты? Я не знаю. Все было как во сне. Твоя семья тоже во сне. Это все как не со мной. Бедная жена. Ей было бы сейчас неприятно слышать это. Ну почему бедная? Ей много не нужно. Зачем они? Когда мы увидимся с тобой еще раз? Все было прекрасно. Дальше мы обязательно что-нибудь испортим. Я думаю, что нам не стоит больше встречаться. Ну, пожалуйста, я прошу тебя. Впервые почувствовал что-то такое, чего нельзя передать словами. Я думаю, вряд ли кто испытывал такое. Поверь мне, я знаю, что говорю. У меня были женщины, но ни с одной я не чувствовал того, что чувствую с тобой. Много? Женщин? 2-3. Какая разница? Я всю жизнь искал тебя. Закрой глаза. Считай до 100. Сумасшедшая. Что такое? Где ты был? Что с краном? Дай сюда. Убери руки. Где ты был? Да ты что, сдурела, что ли? На работе я был. Мне что, это все одной нужно, да? Сама сказала, что вызовешь мастера. Не ори на меня! Я не могу так больше, нет. Я не могу так больше жить. Все, я устала.
Я больше так не могу. Ну что, тогда, может, не стоит?